Я зашла на сайт, любимый свой, с платьями, где, в общем-то, я покупала. У меня, по-моему, три платья есть вот этой фирмы. И Джиджи называется, американский бренд. У них очень красивое платье для моделей Size Plus. Ну, иначе говоря, для полных девушек. Размеры как бы огромный, широкий ряд размерный. Платья очень качественные. Я, по-моему, как-то показывала. Если найду ссылку, внизу оставлю в описании, показывала платье, которое я покупала вот в этом магазине, насколько они действительно качественно сшиты. Вот, наверное, это тот момент, когда я, получив эти платья, поняла разницу между брендовскими вещами и обычными вещами. Вот как раз у них новая коллекция, я давно не заходила. Платье, ну вот смотрите, вот такой, например, стоит $158. Ну, с нынешним курсом, да, конечно, это недешево. Но, тем не менее, для себя любимой можно найти возможность и позволить себе иметь красивое платье. Вот, например, смотрите, какая красота. Вообще просто бомба. Сейчас оно откроется. Смотрите, просто бомбезное платье. О, я хочу его. Очень красивое, смотрите. Поясок. Ой, our beautiful dress. Очень красиво. Я прям, слушайте, я прям влюбилась. Вот зачем я зашла туда? Зачем я зашла на эти платья? Ладно, выходим. Что, мы опять вниз? Сейчас быстренько, быстренько, быстренько вернемся. Что я хотела показать? Я хотела и сама посмотреть, и вам показать. Заказ у них через eBay, но в принципе ничего сложного нету. Вы регистрируетесь на eBay. Вот это платье я, кстати, смотрела. Оно и раньше у них было, $365. Я смотрела его, когда выбирала себе свадебное платье. Да, очень странно черное, но оно вот меня прям покорило. Потому что, видите, здесь такая отделка очень красивая. Вообще само по себе платье очень красивое. Нельзя приблизить. Вот оно здесь до сих пор есть. Через eBay, естественно, конечно, вы там еще платите за доставку. Но, опять же, платье очень качественный и очень красивый. Вариантов очень много. Размерный ряд, там у них очень подробно написано, как подобрать размер. Естественно, есть возвраты, то есть Америку сейчас совсем не открою. Здесь нету, конечно, уже платьишек, которые я тогда заказывала. И у них есть. Сейчас я если открою. У них здесь есть такая рубрика, или как это правильно сказать, с фотографиями тех, кто купил. Ну, то есть, соответственно, если у вас есть желание, вы купили, и потом прислать им фотографию. Я, правда, не знаю, как она тут открывается. Вот она. Джиджи Конве. А, нет, блин, это за... посмотреть-то это. Это можно загрузить, а как посмотреть? В общем, можно посмотреть фотографии тех, кто уже купил. Не помню, честно говоря, где здесь у них это. Ну, очень интересно было. Я, по-моему, отправляла, но не знаю, они опубликовали мое фото или нет. Ну, то есть самые обычные девушки в платьях вот этой компании. По-моему, это очень здорово. Вот они описывают о том, какой у них качественный, какой у них... Ну, товар действительно очень качественный.
это то, что они описывают, я могу точно сказать вам, что он качественный. Также вот способы, как можно оплатить. Ну, тоже неплохой платьишко. Ну, в общем, для тех, кто не знал, для девушек размеров size плюс, для тех, кто не знал, где выбрать красивое, качественное платье, вот я вам рассказываю. Заходите на сайт egg.com, пусть это будет реклама. Жалко, что они мне не платят. Хотя бы платьишком бы расплатились, я бы с удовольствием. А так все-таки бесплатно. Ну, просто хочется поделиться с вами информацией. Может быть, кому-то действительно пригодится, кто-то сможет купить себе платье под свой размер, при этом красивое, качественное. Красивое, качественное. Вот, где-то платьишко, которое я видела. Вот реально прям зацепило, вот оно меня зацепило, слушайте. Вот так вот зашла на сайт, возьму сейчас себе платье куплю. Время 1:30 ночи, ну чем еще заняться, да? Вот оно. Смотрите, ну ведь красота же. Красота. Надо выходить, слушайте, надо выходить с сайта, потому что я ведь могу и... Подумаешь, какие-то $200, да? Ну, плюс, наверное, там еще долларов 30-40 будет за доставку. Ладно, выхожу с сайта, вам еще раз приближу, как он называется. Заходите, покупайте, будьте красивыми. Пока-пока!